Короче, я рассказывал, подымался. Все про девственность, про все белые снега. И в итоге, короче, у меня опять зависло, не снялось. Вот в прошлом году я снимал про тысячники, наш поход с товарищем вот на ту верхотуру. Вон там рудник перевальный, ступеньками видно, прям изрыт на перевале. Такие вот, ну если кто, насыпи там, это как белазы туда заходили, сейчас уже не работает, заброшена. А дорога, она, вот она идет на Горный, вот она, внизу прям. И вон он, Горный поселок. Вон там вот дачи все. Ну еще проехать, это еще и от поселка эти дачи. Еще чуток. Вот там вот, где выходит распада, Горный вот здесь. Это значит три брата. Может я, может это что-то я вообще потерялся. Что-то сдается мне, что вот эта Чалба. Я наврал в прошлый раз. А три брата, вот они. Они же за Горным. Да, пожалуй, наверное. Вот я забрехался, это точно. Это ж надо таким быть. Вот она, Чалба. Ну да, с фестивального и пошла эта Чалба. 1500, а 1200, вот они, три брата. Ах, Андрей Юрьевич Балабол. Потерялся в родных снегах. Зайцы, лисы, соболи, короче. Да, ветерок хороший тут поджимает. Летает квадрокоптер где-то, но он уже улетел. С Ладика ребята снимают. Вот обалдеть, да. С Ладика народ едет, потому что там снега нет. А, красиво сделано от души. Все, отдаемся свои горе. Чур меня. Проходим ворота эти. Эх, что-нибудь прилепить, привязать. Что-то я не подумал. Ну, у меня конфетка есть на обратном пути. Как говорится, шлите денег на канал, купим квадрокоптер, да? Наснимаем видов. Мыслишки есть кое-какие. Ну, видуха обалденная. Вот глазил я по тем горам в детстве. Когда еще в геологии работал. На три брата мы подымались. Да, точно, это Чалба. Вот я зазвездился. Там где-то в горах. Вот там вот озеро Амут. Левее чуть-чуть. Так, Горный. Тыры вон там вон оно где-то. А, ну даже вон там. Вот, блин, офигеть. Вот стоишь и смотришь. Карту вроде скачал, а путаешься. Настолько это все обалденно. Просто уносит в другую реальность какую-то. Она действительно другая реальность. Реальность, но другая. Ладно, влево-вправо я проваливаюсь. В этой реальности. И сразу этого шума нет, гамма. Просто другое все. Волшебное, настоящее. Не всякий там брит московский, который молотят под живых, маскируется. Изображает из себя духовных, там просветленных. На самом деле людоеды людоедами, сожрать кого в прямом и в переносном смысле, и в духовном, и в физическом. Ой, вот заяц, у них уже, по-моему, мартовский гон начался, они уже вовсю, зайцы, веселятся. Нашли же место, да, вот размножаться. Они тут мох локалис этих. А, ну пойду я заберусь, там посижу, помечтаю. На самой вершинке смысла нет сидеть. Ого, проваливаюсь. Но снега побольше, чем что. На Бурановскую проезженную. Это я с нее сошел. Ой. Попью чаю еще. Надену капюшончик. Ну, в целом классно. В общем, все мои планы сбылись. Куда хотел, залез, даже больше. И сейчас останется снять спуск вниз. Ну, в принципе, уже снял. Так, дубль красивый. Вот она, вышка, вон там вот бугель кончается. Вот я иду прямо по кромке ледника. Взгляд не отрывая от вершины, горы спят. Вдыхая облака, выдыхая снежные лавины.
Ну, кто знает Высоцкого, эта песня. Вон. А, ну вот он, Перевальный. Вот она, дорога пошла. На Перевальный туда, в распадке. А это Нагорный. Все как близко. Вон мост. И уходит туда, вокруг этого массива дорога. Там тоже далеко. Лесовозные дороги. Как бы с той стороны там тоже грабят лес. Вот. Тур люди сложили. Да, ветерок тут пронизывает. Спрятаться надо. С одной стороны хочется на солнце, а с другой вот какой ветерок. Вот река Селинка, наледь. То есть это верхняя Селинка, которая сам вот течет. Одна течет фестивального. Но я надеюсь, вы довольны этим видом, панорамой. Город вот там вот. Вот это все строительство. Что мог, снял. Что мог. Впечатление о Дальнем Востоке, о зиме, о феврале. Самое лучшее время. Еще не жарко, не холодно. Ночью, конечно, бывает всякое. Все стоит можно с печкой, с палаткой. Дровишки тут даже есть хорошие. Ну и так таскать можно с газом на лыжах. Руки мерзнут, все, прячу, вырубаю.